Как специалист с большим опытом, я четко понимаю, что без энергетики невозможно говорить об инвестиционном развитии республики. Это диспетчерский щит Центра управления сетями. В круглосуточном режиме диспетчеры отслеживают режимы работы всей энергосистемы Чувашской республики, а также связи с энергосистемами соседних регионов. Это позволяет грамотно, эффективно принимать технические решения, что обеспечивает энергетическую безопасность всей республики. Жилые микрорайоны, промышленные предприятия, спорткомплексы, поликлиники, детские сады, ясли – все в нашей жизни базируется на энергетической отрасли.